Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. 10-11, наверное, день уже. 11, даже 12 день жизни. Немножко затянули в этот раз с железом, но ничего. В принципе, в идеале 3-7 день. Ой, 3-10. У нас получилось 5-11. В общем, 5 кубов, суеферовит, колем железом. Понеслась. Да. Девочка, да? Да, девочка. Тихо, давай там. Да, девочка. Один девочка, одна девочка. Хорошо, ты запоминай, кто, сколько кого у нас. Поросятки за буквально этих, сколько там прошло, дней 5, может, да? В общем, они добавили хорошо, так я думаю, видно, визуально даже видно. Вот у нас тут оператор не так часто попадает в этот самый сарай. Он сразу, скажем так, сделал вывод, что поросятки подросли. Вот это был самый дохляк, она. Еще одна девчонка. Девочка. Дохляк. 2-0 пока что. Колем мы их. Да подожди. Давай в эту ляжку. Колем мы их внутреннюю часть бедра. 5 кубов, повторюсь, суеферовит. Маму выгнали, чтобы она нам не устроила тут варфоломеевскую ночь. В комментариях можете написать, что это за историческое событие. Кто знает. Я, по-моему, переучился в школе в свое время. Могли выиграть раньше. Тогда бы уже не свиней это самое выгуливал. Ходи сюда, котлета с мясом. Слышь, опять девочки. Три девочки. Сразу, они девки. Пока что 3 девочки. 3-0. Паховая область, внутренняя часть бедра. Кольца. Это рыжик, он один рыжик. Да. Укол не вызывает никаких отрицательных у них эмоций, как видите, они все счастливы. Так чуть ножку поджимают. Да, то ничего страшного. Самое главное, что они теперь полностью у нас защищены от анемии, от недостатка железа. Поэтому смело можно их уже... Последняя прививка будет у них, так скажем, перед большой жизнью. Опять девочка. И 4-0. Это вообще хит. Тихо. Не рывайся. Тихо. Тихо сказал. Ого. Заглаю себе. Турбетка. А это не тот был, что этот самый, да? Что? Видели, вырывался, что-то я теряю эту самую сноровку. Один он в кормушке решил спрятаться, но и поцарапался. Вот дурбец. 4-0. Так, 4-0, да? Ну, еще 6 штук. Вот. Уходи сюда. Так. Опять девочка. 5-0. Девочка, да? Да. 5-0. Тихо. Ой. Что я хочу сказать, начали им уже давать прикорм. Ну как прикорм, поставили кормушку на пол, в которой они могут поковыряться. Но если честно, я пока особо не замечаю их активное, скажем так, внимание к еде. Наверное, мамы хватает. Маму добавки даем БМВД. БМВД у нас, скажем так, есть для лактации, есть стартовые, есть разные, как бы. О, зависит 5-1. От... О, пацан, зависит от фирмы, скажем так, производителя. Их состав меняется, а здесь же меняется его процентное содержание в корме. Ну, то есть, при определенных, допустим, на откорме определенный процент, для свиноматок лактавов в период лактации другой процент. Ну, в общем, просто меняем количество соотношения БМВД количеству корма. На 100 кг корма там идет то ли
20, то ли 10 килограмм добавок. В общем, вот так вот. Добавки неплохие. У Лизы, я сам видел. 6-1. Это 6-1, да. 6-1. Мамаша. Мамаша, мамаша. Это не орет. Я же маму слышу. Все, и жалуются. Что страшного, дверь не сломали. С девочек нам один пацанчик. Мужчина. Что это вообще в этот раз одни свинки? Лучше продаются кабанчики. А вон еще один вот яйчик. Вон кабанчик, папа. Ладно. 6. Да. Да, подожди, давай я уколю сперва. 6-2. Игла тупая. Ей уже кололи раз, по-моему. Кинулись колоть, нету шприца. Пришлось какой-то использовать. Его когда прокалываешь резинку, вот эту крышку. Сейчас, по-моему, наши мальчики огребут с виноматки. Задние лапы стоят. Кошмар. Какой кабанчик массивный у нас. Пацан? Да, он розовый стоит. Розовый пацанчик? Да. Иди сюда. Сейчас, так, 6-3. Мальчик. 6-3. Или что, кружу покопаемся? Вы да. Тихо, что я сказал. Тихо сказал. Так, что у нас? Это девятый, последний? Да, последний. Тихо, тоже такой розовенький, по-моему. Сейчас мама зайди нам да расскажешь. Так, а кто у нас еще не сделал? Это, кстати, там по поводу где-то. Ангелина, вот то, что ты рассказываешь. Дядя колет и все спокойные. Вот это поры до времени. Это последний, папа. Да ноги мне не кусают, слушай, мне ноги кусают. Папа, последний. Да я возьму, поймаю. Вот, Ангелина. Папа. Давай. Кабачки. Мальчик. Хорошо. Пацан. Да. 6-4. И окончание, да. 6 девочек и 4 пацана. 4, с одной стороны, мальчики быстрее растут, а с другой стороны, мальчиков не надо его бить. Не надо кастрировать. Ну, девочек. То есть. В принципе, все. Последняя прививка сделана. Теперь, ну, ничего другого мы им не делаем, потому что нет, я не вижу необходимости от поноса там. Они не болеют, меня не поносят, никаких проблем не возникает. За тех месяц-полтора, как они будут жить с мамой, они все, у них будет прекрасно. Прививка железом, максимум, все, что, ну, это максимум, который для них нужен. И не пойму, что-то два не лечены. Или рыжик просто... Не, все, все. Всех поговорю, да, всех. Ну, в принципе, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пусть ваши поросятки растут большими и здоровыми. Всего доброго. Все. Врубайте камеру.